31 июля начался капитальный ремонт моста через водосброс Десногорского водохранилища у Кургана Славы. Подрядная организация обещает сделать переправу шире и безопаснее, основательно обновив ее конструкцию. Мост через водосброс у Кургана Славы соединяет Десногорск с садоводческими товариществами. Ежедневно здесь проезжают сотни автомобилей в обе стороны. При этом качество конструкции уже не соответствовало духу времени. Сейчас будет работа производиться на два этапа. Первым этапом мы будем разбирать первую половину моста по правой стороне. Замена будет балок пролетного строения с восстановлением потом асфальтового покрытия. Вторым этапом будет производиться та же левая сторона. Сделать переправу современнее и безопаснее планировали еще в апреле этого года, но в планы вмешалась пандемия коронавируса. Из-за этого работы начались только 31 июля, но их темп планируют ускорить, не в ущерб качеству. Отремонтированный мост будет шире, пешеходная дорожка через него будет безопасной, и все свободно смогут проходить не по проезжей части, как сейчас, а по пешеходной дорожке. Подрядчик обещает работать в две смены круглосуточно. Таким образом, объект должен быть сдан до начала 2021 года. Пока же автомобильное движение ограничено и будет регулироваться светофором. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ.